Власть почувствовал, сука! Туфля лицо, я сказал! Нравится? Нравится, как я с ноги чигую, тварь! И здорово, чуваки, с вами снова Гопник, и мы опять играем в Wolfenstein 3D. Ставим, значит, как? Map. Что там получается? E6. L8. GVR. А гад нельзя оставлять. Посмотрим, как мне повезет. Что я сделал? Могут сразу начать стрелять. Так, погнали. Девяносто пять врагов, 10 секреток. Может, тут вначале есть секретка какая-то супер важная. Скорее всего. Ну, конечно. Оу, зря. Может, не зря. Типа, смотрите, я типа отсюда пришел, вот отсюда, да? Отсюда пришел, типа такой хоп-хоп-хоп. Значит, короче, по левой стороне я типа пойду. Суки отовсюду пнут. Надеюсь, 250 тысяч. Получил за это 1250 рублей. Один день там отработал, получил за это 1250 рублей. Это мышка. Я думаю, я завтра ее куплю, что мне срочно нужна. Микрофон меня слышно, надеюсь, нормально. Вебка, ну пока что так, пока что так. Надо, наверное, что-то искать. Я завтра позвоню еще обязательно этому, кто там по геймингу занимается. Надо. Слышать, я еще услышал 25 тысяч в месяц. Мне будет идти 25 тысяч в месяц. Айди же ты джедай, ты собакам корму дай. Айди же ты джедай, ты собаками погуляй. Айди же ты джедай, ты собакам корму дай, да? Собаки, собаки. Стоп. А почему не засчитали то? Wolfenstein 3D медленно перетекает в Spear of Destiny.
Spyro Destiny, по сути, это, ну, вы знаете, наверное, вот, те, кто в танке, я могу сказать, то, что это, Spyro Destiny, это, по сути, продолжение Wolfenstein 3D. Типа, после убийства Гитлера, я не понимаю, зачем четвертый эпизод создавать, ну, типа, его приспешники, которые мстят за его убийство, скорее всего. По факту, я думаю, в реальности, если бы так сработало, типа, Гитлера все боялись, типа, и, типа, если его убить, то по факту, они такие, все, спасибо, спасибо. Но нет, те, кто прям предан этому нацизму. Никого не боятся, что все сдохли. Мап, так. E5 L7. Надеюсь, я тут, ну, у меня по сути я только могу GiveAll ввести, GiveAll и все. То есть мы можем по факту двумя. Стойте, я не сделал, как завещал товарищ Сталин. А я секреты надо везде. Любого фашиста может быть свои секреты. Никого нету. Секретка может быть даже в таком... Может, тут секрет где-то есть? Идем сюда. Тихо, тихо. Она не может закрыться. Врагов 68, то есть монстров. Вау, секретков. Две секретки! Надо попробовать. Чуки, надо. Значит, E1, L6. Шесть же, да? Да. Так. GiveAll и GAD. Все. Проходим этот уровень и... Все. Проходим. Так. Тридцать монстров. Сколько секреток? 15 секреток! А, что, наверное, секретный уровень какой-то есть. Ха-ха-ха!
Вот! Открылась дверь эту. И мы играем опять в Wolfenstein 3D. Я гопник и какой-то непонятный чмо. И мы играем опять в Wolfenstein. А их надо раскрыть бы. И тут тоже. А где выход-то, блин? У меня еще две жизни, но... О! Это типа первый секрет, но я типа... И чё? Открыл здесь, а надо было в другом месте? Что-то я не допонял. А, похуй. Плохо, нет времени, может здесь? Насрать. Где там кто дверь-то открывает? Монстров-то еще много. Он за стеной! Меня убили. Стоп. А в этот все. Стоп. Ну типа я в него машинально зашел или? Блин, еще 10 чуваков. 11. Так, чуваки. Не знаю насчет сокровищ, но 10 чуваков еще надо загасить. Давайте будем хоть какие-то уровни, как достать соседа, будем пытаться на 100% затащить. Конечно, не GTA-шка. GTA-шки. Хотя на самом деле, чуваки, не знаю насчет GTA-шки, там будет весьма хардово на 100%-то затащить. Должен вам заметить, но еще 8 чуваков. На одном экране это не просто вот в таком вот маленьком пиксельном разрешении должны тогда быть, потому что это со всех серий брать. Это сложно. Взял все. Это думал ты интервью с Джеки Чаном взял все. Это все интервью с Джеки Чаном на одном экране. Это не просто вот в таком вот маленьком пиксельном разрешении должны тогда быть, потому что это со всех серий брать. Это сложно. Это очень сложно. Он вообще на английский. Хотя нет. Может он вообще... Типа... Не, могут люди, которые англоязычные, они могут понимать английский. Им пофиг, что на русском, там не на русском. У нас тут все по-английски как-то написано. Понятно, что написано «Привет, это мой первый стрим на вас». А у меня-то как? Вы-то как видите это? Ха! А я прозрачный, вы можете увидеть все. У меня цвет такой прозрачный, идут, скорее всего, тоже. Ладно, потом узнаем. Дайте великий рандом, а что-то молчит, даже ничего не говорит. А, типа, опять КС-ка? Попробуем.
Попробуем. Последний остался. Ну где я еще последнего-то вам найду, блин? Я даже не заморачиваюсь. Если нашел, я молодец. Если не нашел, ну, плохо. Самое главное просто пройти уровень. Опять-таки повторюсь, если секрет зависит. Короче, если выход зависит от секретки, то мне просто. Тут только один выход. Убивать всех подряд. Oh no. Они меня убили. Последняя жизнь. И без сохранения, чуваки. Не-не-не-не-не. Ладно. Пофиг. Пофиг. Сначала закину. Все остальное можно насрать. Вы можете вот этот мой, вот опять повторюсь, мой трёп, без пролистать. То есть нет, имею в виду. Не, если вам интересен геймплей, вы можете его посмотреть, но по факту я там ничего не говорю. Не как бы интересно. Ну как, кто согласится на такого долбоёба смотреть? Кто? Скажите мне, пожалуйста, кто? Пиздец просто, чуваки, я забыл то, что я не... Ладно. Ладно, бывает. Людям собственно ошибаться, как говорится, но... Ну, несколько раз... Ладно, на самом деле, сколько раз я под это обалдел. За третий раз. До третий раз уже, когда... Хотя, ну да. На Майо, когда я делал запись Майо хаков, я там проебался, посмотрел... Блядь. А звука-то и не было. Гопник молчит и проходит... Играет в Mario какой-то там хак. Потом еще, когда я играл в... Не по книгам. В зубе не было две пушки. Тогда не знаю. Просто зомбари, у них в груди была пушка. И они вот так вот дж-дж-дж-дж. Эти точно так же стреляют, но только... Это зеркальная станция с аптечками. Прикольно. Ладно, погнали дальше. Вот уже патроны. Здесь 8 патронов, это очень мало. А там уже Тебе так ключи нужны. Золотой вроде как. Наверняка опять секретки какие-то от меня. О, прячут. Ах ты, уёбок! Прячешься, да? Конечно, тут все... Двери. Что за... А, думаю, это то, что я играю. Может, Майл, вот это вот. Снять задачу. Я им не пользуюсь. Надо ключи сорок снимать то, чем я не пользуюсь. Вот тут реально. Калькулятор.
Не, лучше стало. Я просто не замечаю разницу. Лучше стало? Не знаю, ладно, принадлежно. Сдохнешь, сука. Ну ладно. Сейчас опять прикрою самим собой. Нет. Чуваки, просто за это я не знаю. А почему ноль секреток? Это, наверное, за весь эпизод, да? Ладно, неважно. Посмотри. Чуваки, вот после того, что я сейчас учудил, ну то есть, перед тем, как нормально записать, ну то есть мы поняли, похерил звук. Я же не знаю, что сейчас делать. Я очень быстро прошел, быстрее прошел, чем до этого, потому что я типа даже не догадывался, то, что, ну то есть как бы я, может быть, и знал, то, что можно секретку найти, но блин, короче. Просто немножко, 3 минуты, чуваки, тогда видос тот за 4 минуты. Прошел. Я его уже удалил, потому что нет в нем смысла, чуваки. Ну, серьезно, я прохерил звук. Он сейчас должен идти, и он идет. Он же идет? Уходи, да. Ладно. Получается открывает. Тут ходит, дверь это открывает. А, стоп. Вот сюда надо уйти. Блин! Эту кнопку нажимаю, блин, постоянно. Ну опять я по кругу, блядь, иду. Что за прикол? Да кто? Кто? Ты? Где кто стреляет, блядь, а? Где кто стреляет-то, блядь, а? Living lesson in flair and style. You just can't help but stare at my cyber fan. Don't care. Jack, go rolling, Greco, Rococo, Baroco, Bebop, Hip Hop, Flip-Flop. Somebody stop me. Pretty Meridian faces are fine. Don't come a dime a dozen. I stand out of the crowd. Тут нужен серебряный ключ, блядь.
вот они, да-да-да-да-да. Так и здесь это, знаете, как... Ну, правильно. Патроны, короче, для миниганов. Я главное... Убил или не убил? Ну заебись, так нечестно! Ну что, не знаю, я имею право гивиали вводить. Ты идешь. With my winning smile, I'm a living lesson in flair and style. You just can't help but stare at my sour face. Патроны подбирай. Нету времени. Он здесь, да? Блядь, сука. Дайте по левой. Он здесь, да? Блядь, сука. Дайте по левой. По левой стенке пойдем. Я вот стрейфлю. Я никогда в этой игре не стрейфил. Падла убил, ну и ладно. У нас все по-честному, чуваки, да. Такой принцип честности. А вот что будет, если я пойду... Вот я подберу автомат, да. А что будет, если я пойду налево, а не направо? А, не нахрен, все равно надо всех убивать. Падла убил, ну и ладно. Такой принцип... Похер. Хочу собак ножом херачить.
We'll be right back.